я думаю, здесь ничего не надо ребятам говорить. Все с такими командами все настраиваются, особенно московские команды. Я думаю, ребятам не стоит так настраивать, они сами понимают и знают от этой игры, что зависит. Я думаю, они прекрасно знают, что нас ждет впереди, будут выкладываться так, как хотелось бы, чтобы завоевать 3 очка. Для вас лично какой самый памятный матч с «Спартаком» в бытность игроком? Ну, конечно, кубковые встречи, то, что в 96-м году выиграли 3-2. Вот это у меня в памяти осталось. Тем более, самый первый кубок был России. А России мы выиграли это первый раз. Поэтому вот эта игра впечатлила. Сейчас «Спартак», наверное, не столь хорош в состоянии, как в 90-е. И в настоящий момент у него не лучшая ситуация. Он как раненый зверь будет. Это вдвойне опасно. Ну, я думаю, все равно они после нескольких игр, неудачных игр, они, конечно, захотят показать себя с наилучшей стороной для болельщиков, для престижа. Все равно это «Спартак». Я думаю, ребята захотят обязательно показать, что вот эти очки, то, что они теряют, это все, ну, стечение обстоятельств. Тем более, я знаю, там тренерский штаб, они ребят настроят только на победу. Кто не сможет принять участие в матче, и чье участие под вопросом? Ну, пока у нас травмированы те ребята, которые были, там, Григорьев, Майкон, эти ребята пока восстанавливаются. Остальные все у нас уже в строю, и каждый игрок в состоянии выйти и играть в этой игре. Готовить, может быть, какие-то сюрпризы сопернику? Ну, я думаю, они прекрасно знают, как мы играем, мы прекрасно знаем, как они играют. Ну, сюрпризы, сказать, что готовим, нет, но есть какие-то комбинации, что наигрываем. А кого считаете самым опасным игроком в составе «Спартака» на данный момент? Ну, на данный момент, конечно, Промец, который игрок, который больше всех забивает, и все атаки почти через него и начинается, и завершается тоже через его фланг с его участием. Ну, конечно, будем определенно уделять внимание на этого игрока. Плюс в нападении тоже полузащитники хорошие игроки. И нападающий тоже, Зелуиш тоже может исполнить свой шанс. Так что, ну, готовимся ко всем тем игрокам, которые могут создать нам проблемы в обороне. Изучаем их. Противостояние со «Спартаком» будет состоять из двух матчей. В пятницу играет наша молодежка, которая лидирует в чемпионате. Насколько внимательно следите за нашими надеждами? Ну, по мере возможности, конечно, следим за дублирующим составом. Но очень хочется, чтобы на какую позицию они сейчас поднялись, чтобы держали вот эту позицию и очков, чтобы не теряли, чтобы стали чемпионами.